Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов. Покупочки Яндекс.Маркета, здесь развивашки, сейчас очень хорошие цены на такие развивашки на Яндексе. Это тетрадка «Пиши, стирай», и взяла комплект фломастеров. Специально для этой тетрадочки будем скрест заниматься. Здесь в наборе, кстати, есть фломастеры, вот такая губка. Тетрадка очень интересная, сейчас открою, покажу. Потому что Ксюшка, когда сидит, делает уроки, Кристине скучно, и она тоже садится, будет рядом со стол и тоже делает свои задания. Ну и смотрим, что же здесь интересного. Тетрадки такие, они многоразовые, то есть вы порисовали, только вот такие фломастеры нужны, другие могут не стереться. Вы порисовали, у нас предыдущая, кстати, где-то год служила, мы занимались, да, вы порисовали, губочкой стерли, и она у вас снова чистая, то есть это многоразовая тетрадь. Это фигурки рисовать, ручку тренировать, вот такие вот линии фигурки с картиночками, очень интересно соединение, что кушает котик, зайчик и так далее. Здесь у нас с вами по цветам тоже очень интересно. Для малышей. Я заказала несколько штук, остальные еще идут. Где кто спит, кому какая кроватка подходит, вообще здорово. Вот такое. Вот все. В общем, тренировать ручку, обводить, делать задания, даже маленькие такие примерчики в виде линии. Алфавит, фигурки дорисовать, это прям уже из сложного. По смыслу соединить, циферки одинаковые соединить. Вот животных. По цветам. Много листов, много страниц. Сейчас посмотрим, сколько тут страниц. Ну, действительно много. Их прям много. Держим ручку правильно. Так, не написано здесь. Нет, наверное, в карточке товар. Но их действительно здесь листиков много. Тетрадочка классная. Покупочка Wildberries, девчонки. Это очень классная куртка. Я уже все распаковала. Сейчас вам все покажу, расскажу. Так, это куртка Евро-зима. Она от плюс 10 до минус 20 и размеры от 42 до 54. Она с утеплителем, она прям плотненькая, толстенькая. Мне очень понравилось качество исполнения. Вот это сразу запало в душу. Вот этикеточку Ксюшке взяли 44 размер. Ей свободно. Ей свободно. Вообще у нее по параметрам, смотрите, у продавца есть размерная сетка, у нее 42. Взяла специально побольше, потому что ну, все-таки зимняя куртка. Здесь классный воротник. Очень классный воротник, стойка, и он находится за капюшоном. Капюшон у нас съемный, как вы видите, воротник, стоечка. Очень теплая, но очень легенькая. И еще один неоспоримый плюс – это вот доотталкивающий ветрозащитный материал. То есть действительно отталкивает воду. Мы с Ксюшкой уже, кстати, проверили. Воду, мокрый снег и не оставляет следов. Вот вообще ткань очень приятная, она не шуршит. Показываю ее вам в полностью застегнутом виде. Вообще классный вариант. И на спорт зимой, и тепло, и удобно, и комфортно, и на повседневочку, и куда угодно. Яндекс.Маркет, это, девчонки, телефон. У нас тут случился такой казус с началом учебного года. У Ксюшки на телефон подруга села, то ли не села, но, в общем, раздавила. И пришлось искать новый. Полазила, почитала отзывы. По каким критериям выбирала, он должен быть шустрым. Потому что сейчас в школе без телефона никак. Вот эти все с фермы там. В общем, у нас с фермой, допустим, чат с учителем. У них уже 5 класс, то есть без нас, без родителей. У них отдельный чат. Много заданий в интернете и так далее. Ну, то есть телефон нужен. Телефон нужен, шустрый, большой объем памяти обязательно. У меня был критерий. Ну, и все остальное это уже как бы так. И цена, конечно же, нет смысла брать какой-то дорогой. Поэтому выбор пал, собственно говоря, на Realme C61. Классный гаджет, понравился девчонке. Он есть в двух цветах, темно-зеленый, но он черный практически. И вот такой вот цвет называется золотой. Золотой, заказали на него чехол на ВБ идет, заказал еще стекла, но здесь, девчонки, стекло в комплекте, то есть стеклышко, не пленка, здесь уже телефон со стеклышком. В общем, все отлично, все нормально. Понравилось, как был упакован, я даже все вот сохранила, мы уже телефон, конечно, поюзали, посмотрели. Во-первых, 8-ядерный процессор, 256 гигов памяти, за глаза ребенку, даже если накачать 1000 игр. Была упакована коробка в пленку, и на пленке была вот такая наклейка.
Смотри-ка, что понравилось. Это защита от мошенников, недобросовестных работников склада или доставщиков, да, потому что, ну, мы все с вами слышали про такие случаи, что иногда, ну, в основном, там, конечно, на почте России, Алиэкспресс, заказываешь телефон, приходит там кирпич. Опечатание не вскрывать. Вот. Вот такая вот наклеечка была. Так, дальше что? Ну, эта пленка была на телефоне. Зарядное устройство Type-C. Вот, смотрите. Так. Что это? Что это? Процессор. Шустрый. Понравился. Действительно, телефон шустрый. В этом плане все отлично. Вот сама коробочка. Так. Тут все было. Здесь у нас инструкция. Мы ее даже еще не доставали, если честно. Слушайте, девчонки, тут чехол в подарок. Вы представляете? Вот мы уже 2 дня пользуемся телефоном, а в эту коробку не залезли. Тут в подарок чехол. Я нигде этого в карточке товара не видела. Представляете, и стекло, и чехол сразу. Мы Ксюшке заказали такой силиконовый, противоударный, с уголочками, тоже прозрачный, с местом под карту. Нет, ну вы представляете, вот мы 2 дня ходим с этим телефоном уже, и мы не знали, что у нас в коробке лежит чехол. Ну вообще, какие молодцы. Слушайте, цена вопроса. Я брала за 10 с небольшим. На момент моей покупки дешевле всего он был на Яндекс.Маркете и пришел через день, поэтому мне это было важно. Как раз на выходные мы успели, чтобы до школы мы были с телефоном. Камера здесь неплохая. 50, по-моему, основная. Ну, вообще, у нас есть чехол. 2 теперь уже будет. Камера основная 50, он вообще заточен, сделан под iPhone. Вот основная здесь 50, другие 2 не знаю. Красивый, тяжелый. То есть я вот по тяжести гаджета оцениваю, сейчас разблокирую, оцениваю, насколько хороша техника. Что пауэрбэнки, что телефоны, они должны быть тяжелыми. Вот как бы. Функционал, все отлично, все как обычно, то есть обычный телефончик, все нормально, все хорошо, все замечательно, классный, красивый, яркий, замечательный, все здорово. Понравился. Ксюшка тут уже себе тему поставила. В общем, закачали там нужные приложения. Все классно. Разрядили его вот только полностью и зарядили. Кнопочки, все как всегда. В подарок еще чехол, что вообще очень круто. Наклейки надо эти поздирать. Вот, так что классно, рекомендую, девчонки. Очень шустрый гаджет для детей, вообще с большой памятью. Недорогой, с великолепными отзывами. Я везде полазила, почитала на него отзывы. Очень хорошие. Везде 4,9, 5,0. Как бы все замечательно. Поэтому смело могу рекомендовать. Цена вопрос тоже смешная. Камера неплохая, фронталка неплохая для ребенка. То есть достаточно. Мне, как профессиональному видеосъемщику-блогеру, было бы маловато качества, но это совершенно другой вопрос. Для ребенка, в принципе, для ежедневного пользования он очень шустрый, мощный процессор, большой объем памяти, а это самое главное. Купочки Валберис, и здесь у меня в основном канцелярия и любимый дезодорант. Сейчас все покажу. Давайте начнем с любимых дейзиков. Это, я не знаю, как Vian бренд, как он правильно называется. В общем, я не знаю, но беру уже 4-й раз. Взяла набором, уже вот таким по 4, потому что набором чуть дешевле, выгоднее брать. Вообще цена вопроса 100 с чем-то рублей, копейки. Девчонки, очень годные дейзики, они позиционируют себя как безопасные, натуральные. Так, 100% устраняют неприятный запах. Да, девочки, совершенно верно, никакого запаха. Влажность в жару может быть, то есть сырость в подмышечных впадинах. Запаха вообще никакого. Что мужской, вот у мужа, что мой, просто блокирует абсолютно все неприятные запахи. Так, не нарушает работу потовых желез, подходит для обработки соприкасающихся частей тела, а также мелких ран, укусов насекомых. Ничего себе. Первый раз прочитал это. Не оставляет пятен. Не липкий, да, не оставляет пятен для ежедневного применения. В общем, это квасцы. На квасцах дейзики. Шариковые. Сейчас открою, какой-нибудь достану, покажу. Серый я и оранжевый не пробовала, понюхаю. Мужской пахнет приятно, зеленый пахнет приятно. Розовый, вот у меня дочери не понравился, я ей тоже даю такие дейзики. Он такой сладковатый, немножко приторный. Зеленый классный, синий классный. Сейчас вот эти посмотрим. Вот они как выглядят, такие вот дейзики. Их тут не много, кстати, объем у них небольшой, поэтому, в принципе, и цена такая. Шариковый. Мне иногда почему-то розовенький, по-моему, или зеленый, я забыла, приходил круглый. Не знаю почему. А так в основном они вот все плоские вот так приходят. Так, я забыла, серый это у нас мужской или нет? А, это гипоаллергенный. Он, наверное, без одушки, вот этот серый, я так подозреваю. Вот такие вот шарики среднего размера. Да, он совершенно без одушки. Вот Ксюшке отдам. Совершенно серый гипо. Кто вот не любит запах дезодоранта, прям присмотритесь. Так, а оранжевый. Оранжевый Energy у нас с вами. Как мультифруктики. Как мультифруктики плюс... Не знаю, что такое.
Тропическая, свежий аромат. Он свежий, он не приторный, совсем не приторный. Короче, у нас на последнем месте будет розовый по ароматам. Это 100%. Тогда вот тут написано Мэна, здесь у нас тоже Fresh, а этот Energy. Энергия. О, какой. Классный аромат. И мужчинам, кстати, и женщинам подойдет по аромату такой вот унисекс. Так, поехали дальше. Дальше у меня здесь что? Обложки для книг. Очень интересные обложечки, хорошенькие, искала. Книги все вообще выдают постоянно разных размеров. И с того года вот у меня на две книги обложек... Мусор какой-то. Не нашлось. Сейчас покажу, как они выглядят. Универсальные. То есть по размеру, по высоте, как бы они стандартные. Там я не помню, уже посмотрите в карточке товара, если вам такие тоже нужны. Нам для 5 класса вот русский язык, по-моему, литература и биология у нас такого размера. А вот здесь клеевая основа. То есть мы сюда заднюю часть учебника, обложку заднюю засовываем. И по длине обложки вот так вот приклеиваем, фиксируем и все. То есть вот это здорово. Вот я такое люблю. Потому что... У всех учебники разные, разные издательства и так далее. Плотные, плотные, хорошие, поэтому даю добро. Так, сколько у меня их здесь штук? Раз, два, пять штук, по-моему, или четыре. Пять штук. Мне как раз достаточно за глаза. Так, дальше тетрадки. Тетрадки по 18 листов. Вот такие Эрик Краузер. Хорошие тетрадочки в линейку по русскому языку. Они все разных цветов, кстати. Они все разных цветов. Вот такие вот с алфавитом. Обычная линейка толстая. Хорошие тетрадочки. Вот. Листики плотненькие, разлиновочка хорошая, все. Так, вот они две такие, две темно-зеленые. Набор тут, короче, хватит надолго теперь. Две на несколько лет, две сиреневые, две красные и две синие. О, вот такой вот набор, 10 штук получается у нас с вами. Да. Так, дальше у меня тетрадки в клеточку, они такие интересные, миленькие, опять был критерий у Ксюхи, они хитрые сейчас, дети пошли, чтобы была таблица умножения на тетрадках. Так, сейчас распакую, покажу, и два комплекта тетради по биологии, кто-то захотел как бы скинуться, я как всегда родительский комитет, заказать оптом, кто-то не захотел, ради бога, и у нас получилось 10 человек захотели, и мы заказали два набора предметных тетради по биологии, красивые. А вот один набор я уже открыла, и второй посмотрела, потому что кто-то говорил, что в отзывах писали, что мятые. Ходит. Нет, все отлично. Плотная обложка. Это тоже Эрик Краузер, биология. И здесь маленькие шпорки есть. Маленькие шпорочки. В клеточку тетрадка. Хорошая разлиновочка. Тоже все отлично. В общем, шпаргалки присутствуют. Царство бактерий, царство грибы. Вот эти вот самые сложные вопросы прописали. Молодцы. Тетрадки хорошие. Лишайники, царство растений, царство животных. В конце, наверное, еще что-нибудь есть. Да. А в конце... У нас с вами человек, кровеносная система, сравнение беспозвоночных, позвоночных. Тут два листа, у меня не хочет разъединяться. Кровеносная система, в общем, тоже такие сложные вопросы. Тетрадочки хорошие, годные, тоже смело могу рекомендовать. Ну и вот тетради в клеточку. Я не знаю, это, по-моему, не Эрик Краузер, это уже другой производитель. Они просто вот такие вот миленькие, с фразами. Такие интересные, по 18 листов тоже. Две таких, разные рисуночки на них тут. Две вот таких сердечком, две розовых, вот они, You Will, и By Action, и две сиреневых. Все с таблицей умножения, все, ничего тут внутри нет, просто обычные тетради по 18 листов. Ну и на этом все, мои хорошие, надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.